Разовый залповый выброс произошел около 3 часов ночи в металлургическом районе города. На место оперативно отправилась передвижная лаборатория. Тем временем в некоторых районах Челябинска распространился сильный запах сероводорода и канализации. Впрочем, основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки. Из-за этого жители не так сильно почувствовали влияние выбросов. Естественно, сразу же оперативно начали проверять, кто мог стать источником данного выброса. То есть посетили все близлежащие объекты здесь, поняли, что у них, в принципе, отсутствует источник выброса сероводорода, и осталось только само предприятие МОПВВ. Из-за прорыва канализационной трубы, проходящей в непосредственной близости к очистным сооружениям МУП ОВВ, произошел разлив фекальных вод. Образовались два озера площадью до 500 квадратных метров каждое. Свидетельств того, что нечистоты попали в реку Миас, пока не выявлено. Устанавливается принадлежность поврежденного коллектора и ответственная за аварию организация.